Всем привет! Мы находимся на выставке Gamescom 2011. Рядом со мной Грэм Нардоун, который является продюсером игры Sims 3 для ПК. Привет, рад познакомиться. Взаимно. Что вдохновило вас на создание еще одного дополнения, посвященного домашним животным? Все любят домашних животных. Зайдите на Facebook, YouTube, любой сайт, и вы увидите множество фотографий и видео с питомцами, собаками и котами, вытворяющими забавные проделки. Людям понравится играть с животными. Кроме этого, есть еще и одна причина. Питомцы были самым популярным дополнением для игры Sims 2, так что мы решили сделать его снова. Это именно то, о чем просили игроки. Какие животные будут в этом дополнении? Их будет много, о чем мы особенно рады сообщить. В игре появятся лошади. Их никогда не было в Sims, и мы думаем, что они очень понравятся игрокам. Можно будет забраться на лошадь, покататься на ней, научиться прыгать через препятствия и участвовать в гонках. Но, конечно, лошади в этом дополнении не единственные. Есть кошки, собаки из предыдущего дополнения, а также некоторое количество более редких животных, которые хотели видеть игроки. Будут ли сказочные животные? Да, на текущей выставке как раз мы впервые показали нашего нового питомца, единорога. С ним будет очень интересно играть, у него есть волшебные способности. С его помощью можно, например, навести проклятие на других симов. А можно и привлекать удачу для других, сделать их счастливыми. Можно даже заставить все городские растения расти очень быстро. Для игроков с хорошей фантазией это отличная способность проявить ее в игре. Можно ли поменять внешний облик питомца? Есть огромное количество способов это сделать. Ваше домашнее животное будет совершенно уникальным. Мы очень продвинулись вперед после выпуска подобного дополнения для Sims 2. Можно менять, увеличивать, изменять форму каждого пятнышка на шерсти вашего питомца. И это будет по-настоящему круто. Кастомизировать можно будет все. Но самое главное, теперь вы можете играть от лица своего животного. Прожить жизнь кота, собаки или лошади, увидеть мир их глазами, понять их. Часто бывает так, что у вас норовливый конь или очень преданная собака. В нашей игре они по-настоящему оживут. Звучит очень круто. А теперь не могли бы вы сказать пару слов для поклонников Sims 3? Поиграйте в наше новое дополнение «Питомцы». Вам обязательно понравится. Спасибо, Грэм. Приятно было пообщаться. Взаимно. Увидимся.